что за остановка? Благое или Поповка? Вот с этой фразы Маршака мы и знаем про город Благое, который насчитывает на сегодня более 20 тысяч жителей, так говорит Википедия. Сегодня, 7 ноября 2021 года, мы приехали в этот прекрасный, замечательный город Благое Тверской губернии. И надо же, остановились на улице Кирова совершенно случайно, напротив памятника, который нам говорит, что город Благое, уважаемая дата, с 1495 года. А, кстати, когда мы въезжали, то нас приветствовал такой плакат «Добро пожаловать, Благое», и тоже была эта дата 1495 год. То есть в 95-м году прошлого века получается, что город отметил свое 500-летие. Два вечера я немножко так знакомилась с историей города, и мне было настолько интересно, прочитать, что, например, князь Путятин, который жил здесь в XIX веке, он был археолог-любитель, производил раскопки и, оказывается, выступал со своими выводами на международных конференциях в то время. И, оказывается, он убедил через находки, через раскопки, что еще до 1495 года далеко здесь были финно-уйгурские племена, а затем пришли племена славян с юга, которые искали место для жизни. Таким образом первые здесь поселения были до 1495 года. А вот первое упоминание в летописи, что сельцо Благое над озером Благим, а в нем церковь усекновения главы Ивана Предтечи, двор поп Иван, двор дьяк Данилка, без пашни. Да в том же сельце двор княж Семенов, а в нем сам живет, а людей его двор глазатый, двор Исаак, двор Ашурок, сеют ржи 14 коробей, а сено косит 100 копен, 4 обжи, и все это записал писец Скуратов. Мы остановились у часовни, которая была построена на средства горожан города Благое. А что произошло? Вот как говорит сайт музея краеведения, что на этом месте стоял концертный зал, деревянный концертный зал, где устраивались, наверное, большие собрания. И в один из зимних вечеров было большое выступление, ожидаемое всем городом, известного артиста из Санкт-Петербурга. Жители города пришли на это выступление, это был кинематограф уже, и все билеты все были распроданы, дополнительные билеты. Во время выступления случилась на этом аппарате вспышка,
И так как это все было деревянное, рядом были канистры с керосином, то моментально все вспыхнуло, вот я прям даже представляю. А позже, когда было опубликовано уже вот планирование этого концертного зала, то выходы-то были вот завалены, и они были такие замысловатые. И вот в этот вечер в больницу с тяжелыми ожогами поступило очень много, больше 100 граждан, люди, переживая это горе, собрали деньги на строительство вот такой часовни. И надпись здесь говорит об этом событии. И внизу прекрасные слова. Просит вот словами тех людей, которые задумали такое, что Господь храни землю Балаковскую. Иду по улице Кирова, город Бологое, и любуюсь, какие замечательные дома, двухэтажные, добротные, украшены такой вот лепниной. И объяснение, что этот дом построен в конце 19 века лесоторговцем и строительным подрядчиком Семеном Мельниковым. Прям вот выход на озеро, первая линия. В цокольном этаже располагалась булочная кондитерская. На первом этаже модный магазин, это 19 век. И шляпная мастерская семьи Штерн. На втором квартира хозяина и его семьи. И вот мы продолжаем идти к зданию железнодорожного вокзала, ну, потому что город Бологое получил развитие такое интенсивное все-таки после строительства железной дороги. Вот это вот прямо красной нитью в исторической справке написано. Ну и 7 ноября 1917 года, это, конечно, великая, великая Октябрьская революция, кто бы что ни говорил, история все расставит, все, так сказать, на свои места, и история в идеале должна все-таки нас учить, людей. Ну вот, и в этот день мы вот просто не могли не пройти памятник мыслителю, философу, вдохновителю Великой революции Владимиру Ильичу Ленину. Николаевская железная дорога, которая соединила две столицы, именно дорога, вдохнула новую жизнь
кадры, это же училище, развитие, которое получил город Бологое. Ну, а 17-й год, паровоз вперед летит, в коммуне остановка, Союз Советских Социалистических Республик. И остановился поезд Л-42-45, Союз серпа и молота. Это город Бологое, 7 ноября 2021 года. Вот стою у этой мощи, даже по колесу видно, какая это громада, какая это сила. И наша семья ведь переплетается с железной дорогой. Вот дедушка моего мужа имел, и у нас сейчас хранится этот знак почетный железнодорожник. Город Бологое – это город железнодорожный, воинской славы. Город Бологое, станция, бюст Владимиру Высоцкому установлен при содействии проекта «Аллея российской славы» и при содействии барда-исполнителя Владимира Корецкого. Удивительное рядом. Запомню. Оставлю в душе этот вечер, а я бы сказала, эту встречу с городом. И встречу с друзьями, и праздничный стол. Сегодня я сам, самый главный диспетчер. И стрелки сегодня я сам перевел. Жителям города Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воздвигнут памятник в 1965 году. В огне войны за нашу жизнь в ответе сгорели вы в неполных 20 лет. Так пусть же нам, потомкам в вашем свете, огонь сгоревших ваших лет. А ведь по справке, которую я читала, что из этого небольшого города ушли на фронт около 18 тысяч самых сильных, самых лучших. А вернулось с фронта чуть больше половины или чуть меньше половины. А оборона в годы войны, вот мы были на станции железнодорожной. Такой обелиск, такое место, которое нам всем напоминает о героизме людей в годы Великой Отечественной войны. 7 ноября 2021 года. Улица Кирова, город Бологое.